За каждое слово нужно отвечать, считают коммунисты, особенно если автор слова – глава города Вячеслав Сверчков. Слово брошено в интернет и посвящено выборам в Гордуму. А не сделать ли процедуру выборов мажоритарной, спросил Сверчков в твиттер-аккаунте. Коммунисты отозвались одиночным пикетом. По их мнению, если депутаты будут выбираться не по спискам, а только по округам, у оппозиции нет шансов. В Думе будут только представители «Единой России». В каждой шутке есть доля шутки. И поскольку в Московской городской думе приняли действительно мажоритарную систему, то, скорее всего, в Московской городской думе мы не увидим оппозиции. А даже если увидим, то это будут крупные денежные мешки под видом оппозиции. В нашем городе, в случае принятия такой системы, мы увидим только денежные мешки.